сейчас мы с радостью приглашаем братьев группы «Патмос». Это благословенная Божья музыка, это огромное благословение для нас. Я думаю, что мы сейчас просто получим огромное духовное наслаждение, слушая эту музыку. Как мы последний раз были у вас, я со мной Мариуполь, 10 лет назад на стадионе. Мы были в вашем городе Нойна. Ощущение то, что мы были вчера у вас. Так пролетели эти 10 лет незаметно. Конечно, мы стали постарше, может быть, поумнее, дай Бог. Но сегодня рады видеть вас, ваши лица сияющие. И хочется передать вам приветы, как сказал уже брат Николай Иванович, приветы из церквей Америки, церквей Германии. Я не знаю, сколько мы, наверное, 40-50 церквей посетили. Многие знают, что мы будем сегодня в вашем городе, спрашивали, даже сказали, что буду звонить родственникам, может быть и такое, но примите приветы. Также из Молдовы, там, где мы являемся членом церкви. Хочется сегодня сказать, что особое у нас благословение было 4 года назад, когда мы встретились с братом Виктором Резником. Это штат Род-Айленд, город Провиденс. Когда мы услышали, знаете, это свидетельство брата, то, знаете, оно нас просто потрясло. И мы так сблизились, многие-многие страны уже вместе посетили, и сейчас были в Германии. И знаете, он был у нас в Кишиневе, и больше 2000 человек отдали свое сердце Господу за 2 недели. Вы представляете, какое пробуждение? Слава Богу, что еще люди открывают свои сердца нашему дорогому Господу. И сегодня хочется Его прославить, хочется пожелать мира, мира нашего Бога. Только Господь дает этот мир, друзья мои, в нашем безумном мире. Только от Господа мир может дать вот это спокойствие, дать мир в семьях, в церквях. И мы желаем этот мир, чтобы был в каждом сердце. Хочется сказать словами Моисея: «Аллилуйя тебе, наш Бог Вседержитель, истинные и праведные пути твои, и все народы придут и поклонятся тебе, ибо только один ты свят». Мы хотим всегда для вас псалм, называется «Пой, Аллилуйя, Господи».
молиться, хотя время уже у нас отжимает. Скажу, что наша группа Патмос была создана в 1992 году в Иерусалиме. Иерусалим для нас стал островом Патмос. Когда спрашивают, что название дали группе? Патмос – это место встречи Иоанна с Богом. И такая встреча у нас была в Иерусалиме. 1992 год. Я вспоминаю, как мы приехали на Всемирный фестиваль Суккот, и там мы получили откровение от Бога, что мы должны быть группой. Мы все закончили эту консерваторию. Семен Вороновский даже аспирантуру закончил на том интересном инструменте, най называется. Вот. 7 лет назад я пригласил его в группу, и он сказал, я православный верующий. Я говорю, ну туда ты тоже правильно ставить Господа, давай мы поедем в Германию и прославим нашего великого Бога. Согласен, сколько хочу. И вот так мы приехали в Германию, и в городе Кёльне он вышел вот так вперед и сказал, Господи, я хочу тебя попросить прощения. Я чувствую себя грешником. Вот так у меня началась новая жизнь, вот уже 7 лет вместе. Мы сегодня не помним в составе, друзья мои. Но я сам, Александр Попов, я из христианской семьи. 38 лет жил без Бога. Ушел от Бога. 38 лет родители сами на коленях. Отец не дождался и умер. Умер он прямо в новогоднюю ночь, когда я с друзьями веселился, встречая Новый год. Я работал директором национального оркестра Молдовы, ездил по разным странам, шел широким путем. И вы знаете, мне казалось, что я иду правильным путем. Но, друзья мои, этот путь вел меня в тупик. Я вспоминаю этот день новогодний, когда мы позвонили утром, сказали, что отец умер, знаете, я вдруг понял, что я не выполнил то, что я когда-то пообещал. В 7-летнем возрасте, когда мне купил маленькую скрипку, на улице старик скрипку продавал, и он мне купил маленькую скрипку и сказал, Снег, за этим условием я куплю, если ты будешь мне славить Бога. Я ему пообещал, но не выполнил. И 38 лет моя мама стояла на коленях. Я приходил под утро домой, гулял с друзьями, веселился. И как бы, когда бы я не приходил, она всегда ждала меня, стояла на коленях. Никогда не ложилась. Я ее туда еще ругал, говорю, мама, ты должна отдыхать, а ты стоишь на коленях. Она мне говорила, сынок, что бы ты мне не говорил, я за тебя буду молиться. Сколько мне будет дать жизни? 38 лет. Каждый день, каждую ночь. И вы знаете, я хочу вам сказать одну вещь. Она жива. В этом году 90 лет. Живет со мной в Кишиневе. Поэтому я хочу поехать, может быть, с моим братом сегодня ночью повидаться. 2 месяца с лишним не были дома. И хочется посмотреть в глаза и жене, и детям на 4 столей. Хочется посмотреть в глаза мамы, которая столько времени стояла на коленях за меня и за всех. И вы знаете, я благодарю нашего Господа Иисуса Христа. Я не знаю, кто меня бы поменял, только эта личность. И вот сегодня особый праздник, если Иисус в Иерусалиме, мы сыграем для вас мелодию, которая называется «Встреча с Господом». И вы знаете, это была особая встреча в Иерусалиме. Вы помните, когда он езжал, народ толпился, встречал его, бросали пальмовые ветви и кричали «Осанна, сыну Давида!». Но мы знаем, что стоит в не кричать вас мило. Друзья мои, мы точно такие. Мы ничем не лучше. И Христос видел сердца и говорил, о Иерусалим, Иерусалим. Он плакал. Он плачет сегодня, когда видит наши сердца, которые закрыты для Него. Давайте мы мысленно едем в Иерусалим и почувствуем то время, когда лежал наш Господь, как ему кричали Осанна. Но эти люди вскоре будут кричать другое. Ест Христа Иерусалим.
уникальна тем, что она меняет людей. И когда мы стояли в Иерусалиме и шли по этой узкой улочке Виму Долороса, улочка, которая ведет на Голгофу, друзья мои, скажу откровенно, ноги дрожали. Думали, неужели сам Бог оставил небеса, славу и пришел на нашу грешную землю? Вот я всегда задумываюсь, как надо нас любить, друзья мои. Любовь непостижима, еще это от себя. Но помните, когда вы тащили, били, плевали на него, а он говорит, отче, прости этим людям, они не знают, что делают. Я вам хочу сказать одну вещь, для себя я выяснил, что я должен научиться любить. Это смысл, это цель нашей всей жизни короткой. Короткая наша жизнь, научиться любить, школа любви. А любовь, она как солнце, она не только светит, но она и греет. Если мы не греем, друзья мои, может, кем угодно называться, но мы христианами никогда не будем. Но любить надо не просто друзей. Друзей могут все любить, правда? Это легко. А вот научиться любить врагов, так сказал Христос. Научитесь любить врагов. А вот здесь, друзья мои, проблема. Но если мы этому не научимся, то кем бы вы ни назывались, мы христианами не будем, друзья мои. Поэтому надо научиться любить, молиться за них и благословлять. Вот тогда мы будем действительно христианами. И это Христос доказал на Голгофе. Давайте мы пройдемся по этой узкой улочке Виа Долороса на Голгофу. И сегодня перед таким великим праздником спасения всего человечества, давайте мысленно пойдем по этой узкой улочке на Голгофу. Там, где произошло спасение каждого человека.
свершилось, ради чего Христос пришел на эту землю. Друзья мои, я вам скажу, что это не громко. У вас есть такая акустика, знаете, как в Кубранском пещерах, мы там были, так все звучит красиво, но не знаю, главное, что не громко. Друзья мои, рано или поздно мы встретимся за Христом. И Он сказал, что я за вами вернусь. Вы верите в это? Да, не боитесь встречи с Господом? Как все упростил Господь, да? Если боимся, встали на колени, если Господи, прости меня. Как все просто. Что ребенок, что взрослый может сказать? Два слова. Прости меня, Господи. Перед ним построил огромный супермаркет и привез туда детей-сирот. Несколько десятков человек. И говорит, дети, дай ему 15 минут времени. Что хотите, можете любую игрушку бесплатно взять. Разрешаю. Только знаете, у вас есть 15 минут. В 10:00 открывается супермаркет, и все на этом будет закончено. Дети разбежали, знаете, по этому магазину. Вы знаете, что там творилось? Чуть потолок не упал. Стены дрожали. Каждый хотел свой выбор, самую дорогую игрушку. С них хватало, выдирали друг у друга. Он посмотрел, мальчик стоял рядом, никуда не бежал. Он говорит, мальчик, у тебя 5 минут времени остается, беги, выбери себе, я тебе бесплатно даю. Он посмотрел на него, говорит, дядя, а я уже выбрал. А что ты выбрал? А я вас выбрал. Вы знаете, у меня сегодня интересный конец. Он так растрогался, что этого мальчика усыновил. И он стал, как вы понимаете, владельцем всего этого богатства. Он стал наследником вот этого богатства. Он понял, эти игрушки, плюшевые мишки, они потом составятся. А этот дядя имеет все. Я его выберу. Вот так и Господь хочет. Он говорит, я создатель всего видимого и невидимого. В моей руке все. Выберите создателя. А мы что делаем? Мы часто выбираем то, что создал. Игрушки. Жизнь проходит, посмотрим. А сзади Мишины плюшки травы остались. А Господь говорит, выберите меня. И я вам все дам. Этот день встречи с нашим Богом. Не знаю, когда он будет. Но я хочу вам сказать, что этот день будет очень скоро.
знаете, Господь все создал для нас. И Он сказал, вот земля, живите. И еще сказал, владычествуйте над этой землей. То есть Он дал нам эту землю, друзья мои, быть хозяевами. Он сделал нас хозяевами. И как прекрасно все создал. Знаете, мы сейчас были на Никарском водопаде, были в Германии, были на Украине, ехали по таким просторам. Как все прекрасно Господь создал. Только слепой не может все это видеть, правда? Thank you.
думаю, что сейчас вам особенно понятно, почему нужно особенно за них продолжать молиться, правда, да?